В Павлодарской области начали готовить операторов и механизаторов дождевальной установки. Спецмашину стоимостью 9 миллионов тенге Актугайскому агротехническому колледжу удалось приобрести за счет госпрограммы «Продуктивная занятость и развитие массового предпринимательства». Поливным оборудованием студенты активно пользуются на практике в полевых условиях. Актугайский район в области занимает ведущие позиции по внедрению орошаемого земледелия. С каждым годом число хозяйств, использующих технологии полива и капельного орошения, здесь растет. В 2017 году были организованы курсы переподготовки по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Были организованы курсы переподготовки по специальности растеневодства, квалификация оператор дождевальных установок насосной станции. 10 человек, это все трудоустроены в данный момент, они все работают. На сегодняшний день в Актугайском районе 2900 гектаров, в этом году плюс 692 гектара, с будущим при соединении 1070-20 гектаров. Для этого выпускаются нашими колледжами специалисты, машинисты и операторы дождливых машин.